Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Minion Raid Эпические монстры. Тут на каком-то непонятном языке написано что-то. Так, гоблин против рыцаря. Так, они сами ходят. Я здесь ничего не могу сделать. На. Кто победит, интересно? Неужели гоблин? Я. Мы. Так, 200 монет зарабатываем. О, тут вообще без головы чувак. Я как-то повлиять могу на что-то, нет? Нет. Еще одна победа. Так, а мне можно, например, выйти? Их тут двое. Как меня заколбасят сейчас тут. Это будет стреляться вилами своими. Ну. Убегает. Нет, тут нам крышка. Да. Так, вернуться. Знаешь, что я хочу сделать в первую очередь? Так, магазин мне тут показывают. Что это за язык-то такой непонятный? Так и должно быть. Так, 1000 монет нам дали. Купить миньона. И кто у нас тут? О, лучник. Слушай, можно мне потише сделать, блин? Новинка. Так, ну что, я беру его к себе в команду. Да дайте мне звук-то потише сделать, ну... А, тут можно только музыку вообще вырубить окончательно. Слушай, ребята, я не знаю, наверное, я вырублю. Ну, как-то слишком громко она идет здесь. Так, значит, компания, у нас третий уровень. Сейчас мы посмотрим, что. Поставить его назад? Ну, давай я его поставлю назад. И что у нас получится? А, это у нас, ребята, демон-хиллер. Он хиляет. Так, шансов на победу у нас больше. Намного больше. Давай, хиляй. Эпические монстры. Так, 60, а он отнимает сколько? Двойную атаку там, по-моему, наносит. Есть. Так, 200 монет, да? Слушай, а я могу, например, выйти, зайти в магазин. Где у вас там магазин? Вот он, да? Шоп. Он 1000 стоит. О, 1500. Это ежедневная награда. Я думаю, ты уже понял. Карты, давай-ка мы. Блин, тут 5 суммонов сразу. Раритетный миньон, 3800. Может накопить артефакты. Ладно, пока, наверное, ничего не будем. Тут арена. Тут у нас челленджи. 25 пробирок. Как с куста. Вырвали, да? А что тут еще? Опа, еще 1500. Мне, ребят, чуть-чуть не хватает для того, чтобы вы получить эпического монстра. Понимаешь? Поэтому я, наверное, еще сыграю один поединок. Поехали. Я надеюсь, мой рыцарь выживет против, после атак таких. Этот, конечно, пытается его захилять, но... Опа! Они теперь его начали бомбить. Ну, есть. Одного отправили к праотцам. У нас скелет без руки, блин. Бежит такой. Блин, так он сейчас будет по всему полю тут бегать от нас. Согласись. Опа. Он броню с нас сбивает потихонечку, понимаешь? Все, мы его зажали в тупик. Тут уже он ничего нам не сделает. Давай, 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 колбаси его. Время кончается. В плане я еще и проиграл. Эй, вы что, серьезно что ли? А где тут время? А, вот. Ребята, 40 секунд. Так. Блин. А я не успею тогда в любом случае за этот промежуток времени, потому что... Пока мы тут разберемся с этим гоблином, потом этого догнать еще надо.
А здесь я ничего ни на что не влияю. Не, 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 не. Тут все то же самое, ребят. Значит, нам придется покупать обычного какого-то монстра. Можно, конечно, 5 миньонов призвать. Не хватит буквально чуть-чуть времени, да, чтобы его шатать. 6. Мы еще и промахиваемся, ты видел? 3, 2, 1. Дефит. Успел. Ребят, я успел его на последней секундочке накумарить. 3960, смотри внимательно. Переходим с тобой во вкладку миньоны. И здесь у нас где... А, тут еще артефакты есть. Так, и где-то тут у нас... Вот, 3800. Раритетный. Че, посмотрим, кто нам выпадет. Вот такой вот нам выпал миньончик. Так, а где у нас расставлять? Так, я забыл, где у нас расставлять. Здесь? Да, блин. Нет, где выставляем мы команду нашу? Ну, расстановка, я имею в виду. Это гильдия, это колесо фортуны, это таверна почему-то закрыта, она пока еще подземелье. Может быть, вот здесь вот? Да, именно здесь. Чего, я не пойму. Тут только... Один из пяти! Твою налево, ребята, они меня обманули. Это одна карточка из пяти. Нужно еще 4 карточки, чтобы пройти. Ой, чтобы пройти, чтобы получить. Интересно, мы с этим демоном справимся, а? Что-то он там на нас так вообще, что просто как лоскутки рвет. Он меня рвет вообще на изи, ребята. О, щит. Так, и что ты предлагаешь? Ммм, 2000 плюс. Это он мне дает, да? Вот это что? Тут вообще можно какой-то нормальный язык, а не тарабарский вот этот вот. Я даже не понимаю, что здесь написано. Ни русский, ни английский. Какой вообще тут язык стоит? В общем, я не понял, какой язык, ребята. Ну, здесь вот все по-английски. А почему там-то какой-то непонятный стоит? Ладно, в общем... Это что такое? А, ускорение на 30 минут. Допустим. Так, мы прокачали, ну, типа нашего рыцаря. Давай посмотрим. Ну да, это заметно, ребята, что мы его качнули. Так, поздравляем. Открывается у нас что-то новенькое. Так, а здесь у нас шаман. Ну, под ускорением намного приятнее играть, да, согласись? Сейчас я этого шамана забомбашу. Так, а можно мне глянуть, что мы такое открыли? Подземелье. Так. Хм. А это мы поднимаем уровень. Это у нас добыча. Это, по ходу дела, сколько будет вмещаться. Да? Скорее всего, так и есть. Ладно. Это, видимо, для заработка монет. Теперь я хотел... Что тут опять? Опа. Это у нас для артефактов, насколько я помню. Вот эти вот штуки. Так, теперь я хочу миньонов. Миньонов. Обычных. Мне обычных, ребята, хватит за глаза. Давай вот так вот этого попробуем. Твою налево, там жесть, ценники. И что? Забрал. Какой-то огонек, не огонек, непонятный. В общем, в любом случае, я пока не смогу его, потому что там опять же одна карта. О!
успеем ли мы? Давай, давай, давай. Разорвал. Так, теперь этого хламона. Вообще на изи. А вот, ребята, и доступна нам теперь рулетка. Дай-ка я ее. Так, спин. Крутим. Так, 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 так. Ага, 300 монет. Я могу крутануть за кристаллы, да? И все, больше ничего. Подземелье. Нет, подземелье, ребят. Вон, 600 монет, максимальное количество. 600 монет я могу. Таверна откроется на 26 уровне. Гильдия на 13. Ага, тут еще какая-то временная башня на 10 уровне. Ну, давай попробуем до 10 уровня добраться, чтобы открылась эта башня и глянуть хотя бы, что там. Можно вообще нифига. Что он там делает? Ледяной робот, что ли, какой-то? Кто ты? Умри. Так, шаман. Не вздумай. Шаман, не вздумай, я тебе говорю. Фух. Так, это что за мопс? Трехголовый. Чего? А, не-не-не, нормально, нормально. Я думал, что-то он меня быстро там разносит. На самом деле все легко. Ну что же, вот у нас и какое-то подземелье. Так, здесь, кстати, смотри, карта появится у нас, если мы пройдем. Так, новая компания. И... зайти в шоп. Так, артефакт. Ну, давай купим, посмотрим, что здесь нам выпадет. Кольчушка первого уровня. Кольчушка первого уровня. Закрываем, идем сюда к миньонам. Нажимаем, кликаем, да, типа на него. А вот здесь кольцо, можно его поставить. Артефакт. Кольчугу мы поставили. Следующий апгрейд. Ну, как бы... подожди. А-а-а, тут еще и артефакты прокачиваются. Трэш. Но мы, знаешь, что сделали? Ребят, мы с вами сделали сброс. Мы с вами сделали сброс, и у нас теперь, ну, как бы все заново получается. Видишь, с первого уровня. Чего ты мне там втираешь? С первого уровня. На 10 уровне мы получаем... То есть ты понял смысл игры? Мы доходим до определенного этапа. Потом можем просто-напросто с тобой, например, все это сбросить, получить... какие-то определенные очки, за которые мы, естественно, получаем нашего монстра, да? И на 10 уровне мы получаем карту. Это своего рода, ну, типа как фарм. Да что вы достали мне этим магическим финдом? И это еще хорошо, что у нас стоит ускорение. А без ускорения мы бы здесь бы долго топтались. Да-да-да, запинали. Так, давай дальше. Че, попробуем, наверное, еще один артефактик вытянуть. О, сапожки. А еще если... А, жерилка. Где мои миньоны? Это не то все. Дай мне миньонов. Вот, например, этому. Что можно поставить? Вот, наверное... Блин, тут еще нужно купить это место, да? Или как? Упс, оно не покупается здесь. Оно не покупается, хорошо. На этом я тоже не смогу, да, купить? Слушай, а тут... Вот что там надо? Вот я не могу понять.
Ведь чтобы открыть, что-то явно надо будет. Но только что. Игрушка, по-моему, еще, ребята, ну, недоделанная. Нет такого ощущения. По крайней мере, с языком, с переводом, это какой-то трэш галимый. Ну давай. Все, у него отлетает, броня почему-то отлетает. Наказал. Ну, забомбили. Сразу же автоматически летим на следующий этап. Как ты меня бесишь. Так, ну с этим мы разобрались в прошлый раз. Да ему тут не жить. Просто не жить. Я хочу дойти до 10 этапа и глянуть, что там будет. Скелет без головы бежит. Давай, давай, кромсай. Вот и все. Ну это что еще такое? А это, ребята, дерево, которое дает вот эти вот пробирки манны. То есть мы можем собирать их там, да? Давай, 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 давай. Это вот уже в наказание. Все. Так, а вот сейчас, по-моему, будет у нас... Или после этого будет 10 уровень мне нужен. Что там бухтит? Какой-то непонятный, да? Каменно-ледяной чувак был. Шаман, ты не убежишь. 9 секунд, ребята. 9, 6, 4, 3, 2. Ты серьезно? Мы не успели пройти. А, слушай, а мы в тот раз как-то умудрились пройти, а сейчас нет. Тихо. Это что за дела-то, я не понял. Как-то в прошлый раз мы прошли, а сейчас не получается. Или монстры становятся сильнее с каждым разом, что-то не могу понять. Давай, 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 догоняй его, времени-то в обрез. Ребят, очень быстро время улетает. Есть. Буквально на последней секунде я его закромсал. С этим вроде бы было все легко. Ну. Есть. Этого тоже разобрали. О. А вот тут уже интересно. Я не знаю. Ты запарил бегать, мелкий хмур. Иди сюда, демоница. Запинали. А вот, ребята, карточка как раз-то на эту демоницу у нас. Так. Врагов-то, кстати, становится все больше и больше. Да. Мы не успеем. Он еще и убегает. Что там в подземелье нам показывают? Тут дерево, вот оно, ребята. Тут у нас и золото, и дерево. На 41-й битве, на 481-й битве нужно победить. Вы что, серьезно, что ли? Так я тебе до туда и дойду. Смотри, видишь, если мы начнем новую кампанию, у нас получается золото за битву. 20% теперь будет прибавляться, плюс 114 манны. Ну, в общем, я думаю, что многие поняли, что это за игра.
больше проходишь, больше сбрасываешь, больше получаешь. Как-то так. Ну что же, я тогда буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!